Четвероклассники Карагандинской средней образовательной школы номер 8 теперь знают на отлично, сколько времени разлагается выброшенная жестяная банка из-под газировки, что делать со старыми батарейками и как правильно сортировать мусор. Об этом им рассказали на экологическом уроке, организованном угольным департаментом АО «ArcelorMittal Темиртау». Рациональное использование бумаги и пластика – тема, которая актуальна для всех без исключения. Поэтому еще в прошлом году угольный департамент АО «ArcelorMittal Темиртау» начал проводить эко-уроки на эту тему для школьников Караганды, Сарани, Абая, Шахтинска и Шахана. Каждое такое мероприятие – настоящее приключение с супергероями, квестами, непростыми заданиями и обязательными памятными подарками в завершении. В начале урока эколог одного из предприятий угольного департамента Полина Чувила рассказала школьникам о вреде пластика и полиэтилена и о том, насколько важно заботиться о чистоте своего дома, двора и города. Ну а затем к ней присоединились Капитан Марвел и Дэдпул, чтобы в игровой форме закрепить у ребят новые знания. Школьники соревновались друг с другом в сортировке мусора, приняли участие в экологической эстафете и выяснили, кто из них 4 Б или 4 В – самый экологически грамотный класс. Не обошлось и без викторины с вопросами на экологическую тематику, чтобы проверить, насколько хорошо ребята запомнили то, о чем им рассказала Полина. Конечно, такой необычный урок ребятам понравился. Я узнала для себя очень много интересного. То, что банки от Кока-Колы, которые мы пьем, хранятся под землей от 200 до 500 лет под землей. Еще я узнал то, что из обычного пластика можно получить очень много полезных вещей. Мне понравилось соревнование, когда мы собирали бумагу. Взрослым акция тоже понравилась. Учитель начальных классов Таншалпан Ахмедиярова призналась, что и она узнала для себя кое-что новое. Мероприятие было очень полезно, интересно. Детям было интересно, много полезной информации для себя узнали. Формы игр провели, детям было интересно и информацию для себя нужно получили. А самым ярким моментом эко-урока стало его завершение. Воспользовавшись яркими маркерами, ребята украсили свои новые эко-сумки, которые приготовили для них в подарок сотрудники угольного департамента АО «ArcelorMittal Темиртау».